Thank you.
créer quelque chose ensemble. On va créer quelque chose ensemble. Qui peut faire le tout? Давай, here we go.
percussion, piano. Come on. Tu vois, c'est ça qu'on appelle jouer instinctivement, ensemble. Voilà. Maintenant, nous avons un guest, nous avons invité monsieur Alex à jouer avec nous. Oui, сейчас у нас гость. Мы позвали Алекса с нами. Господа, пользуясь вот такой возможностью представлять этих музыкантов и играть концерт, потому что сейчас это не концерт, сейчас нет моего эквипмента, сейчас нет моей музыки, нет ничего. Только замечательные музыканты, которые на любое прикосновение другого человека к инструменту моментально реагируют, а могут встать, закричать: «Мама, дайте пить, насыпьте больше перца, вот здесь с этой стороны красного, здесь чуть-чуть больше зеленого, вот здесь вот неправильно все сделано, паста, дайте сюда больше сыра, вот здесь еще что-нибудь». Вот такая вот, то есть сама жизнь, она вступает в взаимодействие. А если этого нет, значит, ну вот все пресно, это все неправильно, музыка не будет получаться. Вот, ну чуть-чуть вот. Где Тимур Некрасов? Тимур, иди сюда, дорогой. Вот, и в общем, собственно, из чего эта музыка состоит? Она состоит из того, что люди путешествуют, они постоянно встречают новых людей, они с ними общаются, они пробуют вот такую еду, секую. А вот папа пришел ко мне домой, и ему не понравилось там, как его покормили в гостинице завтрак. Тут же мы пошли в магазин, мы купили полные корзины, значит, еды, и он начал мрачно готовить. «А, почему у тебя нет имбиря? Ну-ка быстро в магазин. Сейчас чудо, все, сейчас все вот это вот все сделали, и все, и началось настоящее. Вот это вот все приготовили, начали играть». Вот, собственно, что я хотел сказать, что послезавтра будет как бы настоящая битва, там, я не знаю, ледовое побоище. Олег Гудман не даст мне соврать, то, что он был несколько дней назад на концерте. Вот. Значит, там написана реклама. Вот я сейчас объявлял, ко мне подошло человек 20 и спросили, где будет концерт. Я говорю, нужно сколько раз сказать. 23 ноября, 20.00, Б2, клуб находится рядом с залом Чайковского. Еще какая-то информация нужна? Рядом театр «Сатиры». Билет стоит 500 рублей пока. Четвертый этаж. Вот видишь, Олег, вот просто знает. Сейчас мы сыграем номер, я думаю, последний. Если вдруг у кого-то еще будут маленькие вопросы, потому что мы уже на сцене, в смысле, мы все давно. Вот, и мы вас всех ждем на наш концерт, потому что это, ну, как бы это событие и для меня, и для моих партнеров. Спасибо. Now we have another guest on the saxophone, Mr. Bora. Okay. Лишь в ладоши. Эхо. За ним на светлеющем небе круг нежной луны. На всех вас, которые нравились или нравятся, ранимых иконами у души в пещере, как чаша вина в застольной здравице, под ярыми стеками на чаще думаю, не поставить ли точку пули в своем конце. Сегодня я на всякий случай даю концерт. Память.
Забери у мозга в зале любимых неисчерпаемой очереди свет из глаз глазолей. Сонными окнами ночь ряди, из тела в тело веселье лейте. Пусть не забудется ночь никем, я сегодня буду играть на флейте, на собственном позвоночнике. We'll be right back.
thank you very much for everybody to come here tonight. Пако Шири. Лилимар. Все на концерт 23-го. Спасибо.